Здравствуйте, я Елена Ремжина, спортивный журналист. У меня вдруг неожиданно началась тахикардия. Для меня это стало настоящей проблемой, потому что, во-первых, это стало мешать работе. Во-вторых, за рулем, когда начинается тахикардия, это тоже мало приятного. Не знала, как решить этот вопрос, и обратилась к своей маме. У меня мама доктор, и она посоветовала мне принимать сердечные капли. Но дело в том, что некоторые сердечные капли могут вызывать сонливость, некоторые резко пахнут, что для моей работы совершенно не подходит. Ни с точки зрения общения с людьми, если это резкий запах, ни с точки зрения сонливости или, может быть, даже тошноты. Потому что когда ты за рулем, ну, понятное дело, ты должен чувствовать себя бодро и уверенно. Я хочу обратиться к врачу и узнать, что он может мне посоветовать, чтобы убрать вот эти вот симптомы и восстановить свой спортивный режим. И, конечно же, чтобы я могла полноценно и спокойно